real thing is. Здравствуйте, дорогие мои друзья, снова Huawei. Я думаю, что тема Huawei уже всех достала. Я бы не вспоминал, потому что уже скучно, надоело. Но тут просто такие странные новости какие-то постоянно показывают, притом на серьезных источниках: РБК, Коммерсант, Ведомости. И, если честно, я в замешательстве. Не так давно мы узнали о том, что вроде бы правительство США снова дало Huawei зеленый свет. Huawei развивает собственную операционную систему, но при этом хочет использовать как запасной вариант операционную систему Selfish OS. Это финская Linux-система, которую приобрела Россия. По этому поводу я уже, в принципе, снимал. Но тут просто шквал новостей. И, если честно, я хренею немножко. Это надо видеть. Короче, на этот раз Huawei хочет выкупить, я не знаю, правда это или неправда, хочет выкупить технологии Эльбрус. На кой хрен вообще Huawei нужен Эльбрус, я не знаю. Судя по всему, явно не на мобильные устройства. На YouTube есть канал, наверное, самый лучший про архитектуру и процессоры Эльбрус. Называется он Максим Горшенин. Сюда можно зайти и, в принципе, посмотреть. Ничего тут о Huawei не сообщается, то есть нет такой информации. Вот что пишет Коммерсант. Короче, Huawei хочет использовать Эльбрус на каком-то своем оборудовании. Я был прав, на мобильных устройствах, естественно, Эльбрус не будет использоваться. Но на закусочку, они хотят сотрудничать с компанией База Alt SPU. Это та самая компания, которая раньше выпускала дистрибутив Alt Linux, сейчас выпускает дистрибутив База Alt. Я думаю, ни хрена себе, и сам Алексей Смирнов сообщил об интересе компании в сотрудничестве. Кто такой Алексей Смирнов? Это своеобразный Ричард Столман России. Довольно серьезный дядька. Он же и директор компании. В Википедии никакой информации по этому поводу нет. Что пишут на сайте База Alt? Есть новости. Посмотрим, может, тут что-то есть по этому поводу. Последний пост от 10 июля. Зайдем-ка посмотрим. Ну, остальные довольно старые. Может, тут что-нибудь есть про Huawei? Ну вот, минуты 4, а может 5 листаю. Ну, не нахожу я здесь Huawei. Хоть убейте. Может, блин, слепой я совсем, но я не вижу. Вижу лабораторию Касперского, вижу RedSoft, какие-то другие компании вижу. Но где здесь вообще у нас Huawei? Понимаете, о таком бы событии явно бы сообщили. Заходим в официальную группу Alt Linux. Да, она такая маленькая, к моему сожалению. Смотрим, может, тут что-нибудь про Huawei написано. Так, листаем. Так, вроде бы нигде ничего нет. Ниже. Опа, смотрите, есть пост. Точник РБК. Huawei начала переговоры о покупке российских технологий у ряда компаний. Смотрим, что здесь пишут вообще у нас. Как бы, возможно, как-то Андрей Черепанов отреагировал. Есть такой человек, разработчик и работник этой компании. Но каких-то серьезных комментариев я здесь не вижу. Ну, просто люди, которые обычные юзеры, рассасывают эту новость. Вот, заходим на статью РБК. И тут написано про Alt, про Эльбрус. Вот черт побери, почему такие серьезные источники, в принципе, эту информацию сообщают, а на официальных сайтах ничего нет. Есть очень интересная украинская пословица. Очень мудро. «Не кажи гоп, пока не стрибнешь». В переводе «не говори гоп, пока не прыгнешь». Так и тут получается. То есть пока какие-то договоры не заключены, трубить об этом не стоит. Но, как всегда, СМИ трубят во все горло, что смотрите, Huawei теперь, короче, с Альтом, с Эльбрусом. Вот когда увижу подтверждение на официальных сайтах, тогда сообщу, что это так. Потому что была новость про Selfish OS, и как бы она прозвучала, и больше про нее ничего не слышно. Зато везде слышно, что Huawei развивает собственную операционную систему. Поэтому этим новостям верить как своему соседу. То есть вообще лучше не верить. И лучше все это очень тщательно проверять. Потому что, ну, вы сами видите. Поэтому, господа, должно пройти какое-то количество времени, чтобы мы узнали, что же на самом деле будет использовать Huawei, с кем он будет сотрудничать и куда будет вкладывать деньги. Что интересно вы думаете по этому поводу? Обязательно напишите в комментариях. Ну, а я на этом заканчиваю. Всем пока, спасибо за внимание.